Я поддерживаю однозначно позицию необходимости строительства атомной электростанции в Казахстане. Почему? Первое, это экологически выгодно. Вы в курсе в отношении эры теплонаступления, выброса углеводородов. Оно очень выгодно и необходимо. Это первое. Мы по обязательствам по ВОЗ, по единой комиссии, должны уменьшить выброс до 1,5% от общего. У нас на данный момент уже 1,5%. Поэтому, конечно, в этом плане выбор за атомные электростанции. Второе. Экономически выгодно. В два раза дешевле, чем угольные и газовые запасы. И третье, это, конечно, в любом случае, уже говорила наш директор, это разработка урана. Мы третье государство в мире, которое сейчас обеспечивает именно эту поставку урана. Урана, уранодобычу. Конечно, было бы глупо, имея свои такие полезные ископаемые, не использовать. И последнее, конечно, атомная энергетика – это энергия будущего. Как бы там ни было, хотим и не хотим. Пугаться не нужно, бояться не надо. Она всего составлять будет на данный момент не более 5-10% от общего энергосбора. Поэтому не так уж и много. Опыт у нас был, не надо пугать. Вы помните город Шевченко, Октау, атомно-опреснительный. Вот буквально закрыли в 1997 году. Работал прекраснейшим, безопасно. В плане сейсмических вещей тоже очень выгодно. Почему? Но вы в курсе, что все эти бомбоубежища на данный момент, которые строятся, они выдерживают вообще там прямое попадание атомных бомб. Поэтому в плане безопасности, конечно, надежнее, чем наши теплоэлектроцентрали. Будущее что-то за атомом.